Технологичный подход к знакомым развлечениям. Вспомнить любимую мальчишками дворовую игру «Войнушку» могли сегодня все желающие на площади Революции. Только у современных детей в руках лазерное оружие и специальная повязка с датчиками на голове. Вы сейчас одна команда. Ты сюда встаешь. Стреляйте строго в эту команду. В другую команду вы не стреляете. Всем понятно? У каждого из вас ровно 5 жизней. 5 попаданий, автомат отключается, перестает стрелять. Вы погибаете, сдаете оружие. После инструктажа сразу на площадку. В засаде сначала обсуждают стратегию, а потом каждый выполняет свои задачи. Сейчас нам команду дадут. Ты на разведку пойдешь. Бесплатная лазертаг-битва – это подарок школьникам на 1 сентября от вологодского бизнеса. Военную тактику и стратегию вспомнили сегодня больше 1500 девчонок и мальчишек. При этом девчонки зачастую побеждали. Мы просто были все в команде, играли, а там повсюду вот всякие знаки делали. Что там, например, враг. А какие, покажи? Ну вот, например, вон, иди туда, быстрее. Очень круто. Нам понравилось бегать с оружием. Весело очень играть, мне понравилось. Это одна из площадок большого праздника «Город знаний», посвященного новому учебному году, который начался сегодня для 37 тысяч юных вологжан. Здесь же, на площади Революции, спортивные и творческие уголки. Можно поиграть в баскетбол, пройти мастер-класс по росписи или просто послушать выступления вологодских артистов. Все вокруг студентами, так перед спецоленами, что наши учителя узнают нас. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Михаил Протасов, Вологда РФ.